Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Natalia. Happy birthday to you. Oh, yay. You forgot to tell me how much you love me. Oh, I love you so much. Вот это у нас обед сегодня. Вот это да. Смотрите, какая вкуснятина у нас. Боже, боже мой. Это вообще что-то с чем-то. Мы с Винсентом приехали позавтракать. Опять мы оставляем машину здесь. Здесь нужно платить по часовой. Ну, недорого, 2.50 в час где-то. Пойдем позавтракаем, а потом пойдем скутеры брать. Сейчас мы на пару часиков завалимся куда-нибудь на завтрак. На пару часиков, потому что, знаете, на час возьмешь, пока сидишь, пока тебе подают, пока ты ешь, больше часу будет. А потом принесут тебе штраф, так лучше лишние 2.50 заплатить, правильно? Я, блин, до сих пор отойти не могу от этой девчонки. Представляете, девчонка, не замужем, без мужчин, все делает сама. Еще и за садом ухаживает, еще и картины рисует. Вот так вот, девочки. Мы же вообще вышли на главную дорогу. Самая старая школа, самая-самая старая школа Америки вот здесь находится, видите? Я здесь уже была, показывала видео. So, where is the cafe? Что-то не поймем, где и кафе. Вон, this is a restaurant over there, it's saying. That's open for lunch, it says. For lunch. Не поймешь, где и кофе можно попить. Мы решили купить экскурсия. Почему? Потому что она ходит по всему городу, вы можете сойти на любой остановке, потом сесть на любой остановке. Она ходит до 4 часов вечера. И, значит, каждые 15 минут останавливается. Поэтому вот мы сейчас поедем. Она сказала, остановка номер 6, там очень много где можно поесть. И вот мы сейчас поедем на... Да. Я usually we take scooter. Я? Короче, она говорит, скутеры, говорит, нормально. Она говорит, вы не представляете, сколько вам расскажут о городе, когда вы поедете на троллейбусе. So. Yeah, we need a shirt. It's not gonna ruin shirt because one time I put that and it was ruin my stuff. Okay. Just put it on lightly. Trolley picks up right here at the edge of the street. Okay. And take a right, there's a bench over there in the shade. Thank you. Okay, thank you. It should be here in about 10 minutes. Great, thanks. Через 10 минут, говорит, придет троллейбус. И нас увезет в неизвестном направлении. It's okay. Через 10 минут, говорит, придет. Вот люди сидят, ждут. Это остановка Балагоя и Поповка. Нет. Окей, вот сюда сядем и будем. Ну, а наше приключение или мой день рождения, он только начинается. Хотя вы смотрите, это 18 августа, а может быть 19, я не знаю какого числа. Но это все еще мой день рождения. Поэтому, если Фалькона куда-то едет, то она делает видео. Вот как у Оксаны, я была 3 дня, а сделала 19 видео. То примерно вот так Фальконе. Там написали Оксане: Оксана, нам так тебе жалко, ты вот пашешь, а вокруг тебя все ходят. Я тоже сама Оксане говорила. И Оксана говорит: а ты что, не пашешь? Я, в принципе, делала видео и себе, и Оксане, и чтобы нам и заработать тоже, да, денег. Поэтому пахали все одинаково. И Оксана пахала, и я пахала. Я, в принципе, такой блогер, что мало где отдыхает и загорает и не трогает камеру. Поэтому я развлекаю всех, развлекаю себя. И еще и денежки зарабатываем. Поэтому и новые подписчики приходят. А это самое главное. Самое главное — это новые подписчики, поверьте мне. Ну, сейчас скажут, а мы, которые старые. Старые подписчики — это уже друзья. А новые еще только станут друзьями. Так, Винсент говорит, а что мы сидим? Что мы сидим? Говорит, остановка номер 6, говорит, прямо здесь находится. Что, говорит, мы тут сидим, ждем. And we on 16. Mm-hmm. Yeah, let's go. Yeah, we can just walk. Что, говорит, мы ждем-то? Ой, не могу. А вот он. That's here. There's the tour bus, too. Yeah. But let's eat first. I'm hungry. Aren't you hungry? So we going or are we walking or are we gonna drive? We're walking. Maybe it's the reason why we cannot walk and just drive, I don't know.
Number 6. Мы приехали, счастливые люди. А что-то она и не остановилась. They didn't stop for us. Okay, so what do you want to do? Walking to some meat or take a tour? We can... Это остановка 4, а мы поедем на 6. Это, видите, проводница тетенька показывает, можно ехать. Все, поехали. Ну, красоты Августина я вам буду показывать позже, так как села я не с краю. Все тетеньки, дяденьки показывают. Поехали завтракать. Боже, какая везде красота здесь. Кто не был в Святом Августине во Флориде, обязательно побудьте. Окей, мы приехали. Ой, baby. Thank you. Окей. Приехали и идем в ресторан. Посмотрите, какие тут. А рестораны, Bayfront. Maybe here, no? Oh, it's an oyster bar. Yeah, this is the... This is coffee shop? Okay. Пойдемте. Coffee shop. Ой, какая прелесть. Сюда и сядем позавтракать. В приятной обстановочке. Ой, как хорошо. Картиночки висят красивые вон. Это все еще наш автобус. Девушка все еще что-то там рассуждает, рассказывает. Вот такой вот у нас вид. Принесли нам. Yes, please. Coffee, yeah, thank you. Coffee and water. Okay, thank you. Омлетики. 3 cheese омлет. Это место для того, чтобы завтракать. Принесли нам кофе. Я говорю, мы с Винсентом любители просто сливок. Смотрите, по 4 штуки. У меня и у него. Сливки должны быть в кофе. Без сливок никуда. Обожаем. Смотрим, что дальше будем заказывать. Только в Америке вы увидите завтраки вот такого размера. Только в Америке. Ой, ужас какой. Ковка подливает нам. Я вот у окошечка сижу, а Винсент сидит не у окошка. Все, приятного нам аппетита. Конечно, это я есть не буду. Вот пшеную кашку я съем немножко. Окей, мы позавтракали. Выходим на остановку. Остановка прямо вот здесь. Ждем автобуса. Кстати, автобус только что уехал. Ну, не только минут 10 назад, поэтому можем посидеть на лавочке. But this is the stop. А? Окей. Говорит, пойдем до следующей остановки. Ну, пойдемте до следующей остановки. Мы идем на остановку, где оставили машину. Мы же заплатили всего за 2 часа. Поэтому нам надо продлить, чтобы ездить на троллейбусе. И не быть никому должны. Чтобы должными не оставаться, короче. Вот, поэтому мы сейчас опять... возвращаемся туда. Ну а чего, такое вот видео у меня, туда-сюда ходим, девочки дорогие мои. Мы же с вами вместе на день рождения отмечаем, или где? Бежим, бежим. Как раз успели на поезд. Ой. О, господи. Сюда. Винсент. Короче. Садимся. Будем сейчас на город смотреть, любоваться. Там кто-то стрелял, видите? Это у них все такие вот разные всякие финтифлюхи. Все, едем. Я буду город показывать вам. Говорит, что Святой Августин город. Горел 9 раз. 9 раз сгорел. Можно сказать, до того. Такого я не знала.
Это самый первый колледж в Америке, в котором было электричество в каждой комнате. То есть, когда электричества еще не было, это первый колледж, который был. Очень красиво. Вот на день рождения Винсента мы стояли в этом отеле однажды, Casa Monica. 3 года назад, наверное. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Вот это колледж. Это невыносимо просто красиво. Обалдеть. Ой, как красиво. Слушайте. Вот. Это, наверное, одно из немногих мест в Америке, где такая архитектура. Обалдеть. Винсент вот сидит у меня. What do you think? It's beautiful? Винсент как будто только что... You look, you just... You think like... Seems like you just look at this. Ну, мы, да, здесь много раз были, поэтому... Только что проехали в школу, где учили кататься на велосипеде. Потом, оказывается, было 36-го года. Нужно было иметь лицензию, чтобы водить велосипед, потому что велосипеды считались такими же опасными, как сейчас мы. А в 36-м году уже начали давать лицензию на машину. Это завод, где делают виски, водку, все очень крепкие напитки. И люди сюда приезжают, пробуют. Тут и ресторан также есть. И водитель говорит, очень часто, когда я здесь останавливаю, люди просто вываливаются отсюда, чтобы доехать до места. Вот видите, здесь остановка. Называется Святой Августин Дистиллери. Как дистиллированная вода. Видите, воски, ром, джин и водка. You can leave some of that whiskey right up here with me. No. I do accept whiskey, wine, chocolate, and cash, guys. Говорит, вы, говорит, много виски выпили? Он говорит, нет, но вот с коробочками идут. Мы, говорит, могли, но не выпили много. Again, whiskey, wine, chocolate, and cash. Видите, с коробочками идут. Купили. Она говорит, кто любит алкоголь, говорит, идите. Очень, говорит, веселый тур. Но мы не пойдем. Мы до своего этого винного поедем завода. В винный завод зайдем. Смотрите, какой там симпатичный фонтан. Обалденный. Мы когда в Святом Августине все время едем туда. Вот видите, там на крыше. Мы на туры ходили с Наташей, с Сашей. На тур мы не пойдем, конечно. Хочу бокальчик холодного вина. Но не знаю, открыто ли там. Что-то кажется, что и закрыто. Нет? Или вроде нет?
diner made out of muscadine grapes. Run right in. Please remain seated until the trolley comes to a complete stop to hear the bell. Stepping down backwards is the easiest and safest way to exit one of these trolleys. It's going to be stop number 12, the San Sebastian Winery. So, we're heading. Ну что, мы вышли на остановке номер 12. Wine, дядечка нам говорит. Хотите вина? Проходите. Идем. Это для тех, кто не видел. Я показывала уже это все. Мы на экскурсию не пойдем, конечно, но покажу, как здесь круто. Окей, thank you. Сейчас мы поднимемся, значит. Все открыто. Сейчас покажу вам. Здесь очень классно. Симпатично. Ой, смотрите, какие кожаные штуки. Наливать можете вино здесь. Сначала оплатить, естественно. А вот это вот тур. Наконец тура, когда люди прошли тур, здесь им дают пробовать вино. Видите, вот они. Тур пока небольшой, потому что еще времени 12 часов дня. Вот мы здесь уже все это пробовали, мы здесь ходили. So, Vincent, let's go upstairs. Oh, you, this is when you go tour, okay? You go. Здесь вот очень классно тоже продаются всякие джем, тут к сыру ко всему, знаете, сырные нарезки разные. Ой, как хорошо здесь. Здесь так прохладно, Винсенту жарко. You hot? Yeah. Yeah, let's go upstairs. Ну что, пойдемте наверх. Окей, выходим. Окей. Это ресторанчик с вином. И значит здесь, если вы идете с одной и с другой стороны, вы можете выйти и сидеть на крыше, если вам не жарко. Здесь также играет музыка вечерами. Вот, но сейчас музыки нет. Музыка здесь та, которая нам не нужна. Вот однажды Наташа и Саша, помните, мы на 8 марта сидели за этим столиком? You remember we, Наташа, Саша и we? Yeah. March 8th, Women's Day. Вот здесь вот мы сидели. Мы сидели здесь 8 марта, помните? Это именно то место. Вот. На крыше. Классно. Такие воспоминания шикарные. Вот за этот столик и сядем. Сядем за этот столик, Винсент пошел за вином. Я говорю, принеси мне бокал холодного мускату. Мы только что позавтракали. Позавтракали в 12 часов дня. Но ничего. Ой. Потому что мы же не будем здесь до вечера. Мы же уезжаем, наш ребенок ждет. Сидим за этим столиком. Вот так. День рождения у меня вроде как здесь 2 дня. А видео у меня столько будет, сколько вы думаете, будете думать, что у меня неделю был день рождения. Все еще 17 августа сегодня, чтобы вы не перепутали. А то скажете, алкоголик отмечает день за днем свой день рождения. Нет, это вы просто смотрите видео и 17-го, и 18-го, и, наверное, 19-го тоже. Так что не надо меня больше поздравлять с днем рождения. Спасибо вам огромное. Просто смотрите видео. Винсо принес винсо. You have Moscato too, baby? Yeah, I got a Moscato. Oh. I like Moscato. Nice. Okay, today is my real birthday. Yes, real birthday. Okay, what my husband want to tell me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I love you so much. Oh, thank you. Спасибо. Спасибо всем вам. Классный, классный вид здесь такой вообще. Мне нравится очень. Здесь такой водоем. Дядечка на гитаре сидит. По-моему, he's practicing or something, probably for tonight. Наверное, сегодня он очень будет играть. Наверное, сидит, тренируется. Все, выпиваем. Ой, вкусно, холодное мускато. Это просто счастье. Вино
здесь просто изумительное, я вам хочу сказать. Они сами же его делают. И вот этот мускату, оно не очень сладкий, как обычно, да, он такой шикарный просто. Мы с Винсентом по бокальчику выпили, и еще по бокальчику будем. Tasty, right? Very tasty. Я сейчас Наташе своей из Рыбинска послала, говорю, смотри, где мы. Она такая, ой, как бы хотелось там побывать сейчас. Мне столько поздравлений пришло вообще, вот голосовых. Очень много поздравлений, конечно, которые написали. И очень много голосовых. Самая первая была у меня Алла, она поздравила меня вчера, еще 16-го. Сейчас поставлю вам голосовое сообщение, которое могу, которое не могу, не поставлю. Ну и, конечно, очень много тех, кто просто написал, просто это просто гора, снежный ком сообщений. Это так приятно, спасибо вам. Наташ, привет, это я тебе звоню. Хотела поздравить тебя сегодня с днем рождения, дорогая. Я знаю, что твой день рождения завтра, но я специально сегодня звоню, потому что, возможно, у тебя завтра будет большой busy day. Как говорится, сегодня не дозвонилась, завтра, наверное, тоже не дозвонюсь. Так что, дорогая Наташенька, я искренне поздравляю тебя с днем твоего рождения. С днем твоего рождения! Happy birthday! Красивая девчонка. И самое главное, я хочу пожелать тебе здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Когда у нас есть здоровье, у нас прекрасное настроение. Мы хотим делать различные дела, строить планы, идти с кем-то встречаться, надевать новую кофточку, брючки, шортики, и бежать, бежать, бежать. Так что желаю тебе, чтобы в твоей жизни как можно больше было хороших, верных друзей. Хотя у тебя уже костяк уже есть. Это Наташа Сухова, это Оксана, это я. Это те люди, которые с тобой уже на протяжении твоей жизни долгие-долгие годы с тобой идут. Вот. Но все равно я желаю тебе, чтобы и твои новые друзья, которые у тебя есть, тоже всегда были с тобой рядом и прошли с тобой долгую дорогу жизни. Так что, Наташенька, дорогая, я еще раз поздравляю тебя с днем твоего рождения. Пусть все у тебя складывается так, как ты хочешь, все, что было в позитиве, как говорится, печальки обходили тебя стороною. Так что очень много людей тебя любит, рады с тобой общаться. Всего тебе хорошего, доброго и светлого. С днем рождения! Happy birthday, Наташа! С днем рождения, роднулька! Я надеюсь, я первая. Здоровья, любви. Да вообще у тебя все есть. Пускай все так и остается. Главное, чтобы не было. Нам не надо хуже. Все, люблю, целую. Ну говори, начихай ты. Грустно? Понятно, грустно. Наташа, ну, знаешь. Ну с вами-то я прям до последней минуты буду. Да, мы самая последняя. Самое главное, чтобы устроилась хорошо. Вжилась в эту жизнь. Угу. Всем благ, Наташа. Что все получилось у тебя. Все мечты твои сбылись. Первое июня. Нас не забывай. 1 июня будете меня вспоминать, прям вот свадьбу. Да. Вы, наверное, будете в квартире, да? Да, не знаю. 1 июня. Какой-то такой разговор получился. Ну так просто. Просто так даже болтать. Чтобы у вас жизнь получилась. Жалко, чтобы ты. Жалко, что ты уезжаешь. Это я вот так вот так снимаю. Я говорю, жалко, что ты уезжаешь. Со стороны, если эгоистов, нам жалко и не хочется. Но если знаешь, что ты будешь там счастлива, то... Давай, Наташ, дорогая, с днем рождения тебя, здоровья, счастья, одних позитивных эмоций, успехов твоих творческих начинаний. Благополучия. Ну, благополучия. Здоровья. Побольше улыбок, поменьше отрицательных эмоций. Эмоции, да. Все, мы тебя любим, целуем. Внук и дети тебя все радовали. Кристик, поздравь. Вот Шальтася. Я у тебя деньги. Ти, моя бабочка косялочка. Наташа, звоню тебе, что-то звонок все отклонен. Ну ладно, думаю, может что-то не так все-таки. Наташ, с днем рождения тебя, дорогая. Даже не знаю, что тебе пожелать. Ну, конечно же, здоровья. Ну, куда без него. Тем более мы, к сожалению, не
молодеем, а здоровье нам еще пригодится. Наташ, чтобы хочу, чтобы у тебя было как можно больше положительных эмоций в этой жизни, чтобы все отрицательное тебя не касалось, чтобы тебя радовала твоя, ну, естественно, жизнь и твоя творческая вот эта натура, чтобы ты была всегда такой же красивой, обаятельной и активной, как всегда. Все, целую тебя, еще раз днем тебя рождения. Наташа, привет, моя родная. Мы поздравляем тебя с днем рождения. И желаем тебе всего самого-самого доброго и хорошего. А самое главное, здоровья всей твоей семье. Да, от сердца поздравляем тебя и Винсента. И Артема, что у него такая замечательная мама. И мы тебя очень любим. Мы очень рады, что ты появилась в нашей жизни. Да. Да, и приезжайте в любой момент, когда вы захотите. Хорошо. Спасибо за все, что ты для нас делаешь. Спасибо, что нас навестила. И, да, пожалуйста, в любое время приезжайте с Винсентом вместе с ним к нам. Да, open the door. Счастливо. Счастливо. Пока-пока. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Happy birthday. Желаю тебе всего самого хорошего, самого замечательного, чтобы все твои дальнейшие планы осуществились. Здоровья тебе крепкого и долгих лет жизни. Поздравляем тебя от имени нас, Хвостиков, и маленькой Мымрочки этой. У нас все хорошо. Проснулась сегодня я в 6 утра, когда всегда в 9 встаю. Ребенок же в доме, надо на горшок посадить, покормить с утра, поиграть. Так что не волнуйтесь, у этой Мымрочки все замечательно, играется, хулиганит. Такое чувство, будто она тут всю жизнь живет в этом доме, а вас не вспоминает, не скучает. Так что не волнуйтесь за нее. Натали! Поздравляем с днем рождения тебя! Никогда не унывай! Что бы ни случилось, оставайся всегда жизнерадостной. Не поддавайся на провокации, а просто иди к своей цели. Будь всегда счастливой, и мы тебе желаем быть всегда на высоте. Наша классная подруга. Любим тебя. Ура! Обнимаем, целуем. Поздравляем. Наталья, привет. С днем рождения тебя. Желаю тебе, как всегда, богатырского здоровья. Ну, в твоем возрасте, еще... В молодом, да. В твои 25. В нем, конечно, рано еще думать, но все равно желаю. Желаю тебе позитива, желаю тебе мирного неба над головой, чтобы нас ничего не беспокоило. Желаю, чтобы тебя радовали твои дети, внуки. Всего тебе самого наилучшего. С днем рождения, Наташа. Натали, как классно, что вы его отмечаете в Святом Августине. Как бы мы хотели опять бы оказаться вместе с вами, встретить твой день рождения. Мы отмечали 8 марта, а мы бы с удовольствием хотели отметить твой день рождения в этом замечательном кафе. Ну и надеюсь, несмотря на все санкции, на все войны, мы, наверное, встретимся, мы к вам приедем обязательно. И мы опять ездим в Святой Августин. Обязательно приедем. И вы приезжайте к нам. Винсон, ну привет, огромнейший Винсон. Вот, Натали, смотри, мы в твой день рождения себе приобрели новый автомобиль. Будем его обмывать. И твой день рождения тоже. С днем рождения, дорогая. С днем рождения. Винсон, ну привет. Любим, целуем. Пока. Пока. Наташа, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, любви, всех благ. Оставайся всегда такой же позитивной, энергичной. Вот. Обнимаю еще раз, поздравляю. Винсенту большой-большой привет. Скучаю очень по вам. Хорошо вам отпраздновать. Вот. Ну, и всего-всего, что сами хотите себе пожелать. И пусть у вас это сбудется. Так что с праздником. Вон автобусик.
такой же, на котором мы приехали. Каждые 15 минут ездит. Слушайте, так здорово, что мы решили на автобусе на этом ездить. Скутеры-то тоже уже надоели. Каждый раз скутер, скутер. Вот Наташа с Сашей приедут к нам в гости, и мы на скутере будем кататься здесь. I say, Natasha and Sasha, gonna come to us, and we're gonna take scooter. Yeah, let's do that. That's fun. Yeah. Ой, Винсент пересел на другое место, потому что солнце. Солнце с моей стороны. Я здесь с краю вот так без солнца, а он без солнца. Без солнца там. I say, you move because of the sun. Yeah, oh yeah. Okay, Vincent. For a very good day, let's drink for our baby. Yeah. Oh, Sherry. For a little Sherry. Sherry, Sherry, lady. It's a birthday kitty. Yeah. So what song you sing for her? Sherry, Sherry, lady. No. What? Sherry, Sherry, baby. One more time. Somebody call me. Oh, okay. Sherry, Sherry, baby, Sherry. Sherry, baby, why don't you come out tonight? Okay, вот так. Шерри, если ты видишь, мы тебя любим. Надя, огромное спасибо за то, что котеночка нашего приучила, и видно сразу, что Шерри очень-очень комфортно там. Yeah. I read about our picture we make yesterday, like 12 years later, and people say that new picture is much better than old one. Yeah, он говорит, они врут. Я говорю, люди сказали, что последняя фотография лучше, чем первая. Он говорит, они врут. Come on. I look like old Harrison Ford. Он говорит, я выгляжу как старый Гаррисон Форд. You think they lie? Yeah. Just to be nice. Didn't I look good as a gangster 13 and a half? Он говорит, они просто хотят, говорит, тебя не расстраивать. Говорит, разве я плохо выглядел как гангстер? They say you look much better now. No. You don't believe at all? They're just nice people, that's all. Они просто прекрасные люди, говорит, не хотят тебя обидеть. When you become an old fart. No, they say we look much more beautiful today. No, I can't believe that. No? No. Come on. No. Sorry. Не верит он вам, девочки и мальчики. Говорит, вы просто хотели нас успокоить. Но все равно спасибо вам. You say thank you anyway. Well, thank you anyway for the beautiful life. If people gonna say to you, oh, they look so ugly, would you feel better? I'd say, well, at least you're saying the truth. О, паразит. Я говорю, если бы тебе сказали, что вы такие страшные, старые, ты бы себя лучше чувствовал. Он говорит, ну я бы сказал, ну, по крайней мере, вы говорите правду. I really appreciate their lies. Он говорит, я очень благодарен вам за вашу ложь, за сладкую. It's a sweet lie, right? Sweet lies. За сладкую ложь он вам благодарен. А я тем более. To the great sweet lies. За сладкую ложь выпил. Я думала, автобус наш пришел. Нет. О, ты not here, окей. Блин. Ты говорит, мусорную машину услышала. Ой. Говорит, выпей еще. Не могу остановиться смеяться, знаешь, так сказать. Ты говорит, мусорную машину услышала и побежала. That your joke is so funny all the time. Ой, аж слезы потекли. Выпигает еще. Окей, приехал наш. Наша мусорная машина приехала. Так, едем. Дядечки на меня так смотрят серьезно. Они не были в магазине вина просто. Ой, все, едем. Едем домой. Едем. So we're gonna go to home now? Yep. You wanna see Sherry? Yeah, О, мы очень скучаем по нашей Шерочке. Все, мы вот там сидели на крыше.
Едем домоюшки. Классный день рождения у меня, я вам хочу сказать. А мне кто-то написал, такого дня рождения у тебя еще не было. То ли еще будет. Менюша у меня сидит, разглядывает город. What is this mean? Huh? What is that? This what? This? No, you rub your hands. Doesn't mean anything. Doesn't mean I'm gonna hit you. You're crazy. So, do you know what our stop is? Don't worry, guys. What number? Don't know. Don't they don't have to say number? No. You're going to know? I know. Are you sure? Все, наше путешествие закончилось, нас остановили прямо вот на остановке, где наша машина. Мы садимся в машину и едем домой. Винсент даже с водителем разговаривает. Господи, знаешь, такой болтун у меня попался. Куда девать-то его? Не убивать же. Ну вот пусть болтает. Короче, сейчас садимся в машину и едем забирать Шерочку. Шерочку, Машерочку, маленькую ее девочку. Узнает ли она хоть нас? Господи, скажет, бросили меня родители, пошли нахер. Отмечайте день рождения дальше, мне у Нади хорошо, скажет. Господи, сейчас там, наверное, так полюбила этих собак, что и не отдерешь. Все, день рождения мой закончился, хотя времени сейчас 2 часа дня моего дня рождения. Но я нагулялась, наотмечалась так, что довольна. Очень довольна. Винсент мне очень хороший сюрприз сделал. Я очень рада. Ну и, конечно, я думаю, что и вы тоже хорошо с нами погуляли. Поехали за Шерой. Винсент, what do you think? We had a lot of fun, right? Yeah. So, you miss Sherry? I miss Sherry. Of course I miss Sherry. My bundle of excitement. Он говорит, так соскучился по Шерри. Okay, we're going to her straight to our baby. Maybe she's not gonna recognize us. She says she's gonna say, "Who are you?" She's gonna sniff us and go, "Oh, there's my play toy." Едем, дорогие мои, едем домой. Вот с парковки выезжаем. Ставьте лайки. Не забывайте поставить, как там нажать на колокольчик или куда там еще. Весь, ну не весь, но Святой Августин мы вам показали.
Я хочу вам сказать, что архитектура Святого Августина шикарна, я вам хочу сказать. Не сравнится ни с Орландо, ни с какой-то еще архитектурой. Это действительно очень старый город, самый старый город в Америке. Поэтому обязательно посетите его, чтобы погулять, побродить по этим улочкам, покушать в каком-то кафе с видом на водичку. Я не знаю, попробовать местную их, как говорится, местную кухню. Прекрасный город. Прекрасный. Я не знаю, сколько раз мы здесь были. Каждый раз мы здесь, когда приезжаем, каждый раз мы говорим: боже, боже, как красиво. Всем пока.